Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ломоносовскому району задержали двоих мужчин по подозрению в ограблении водителя такси. В отдел полиции обратился водитель такси с сообщением о грабеже. Потерпевший сообщил, что к нему в машину сели двое пассажиров. Прибыв на место назначения на Ленинском проспекте, злоумышленники ударили потерпевшего и забрали денежные средства, после чего скрылись. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице архитектора Власова сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались приезжие из Закавказья в возрасте 26 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Это грабеж», и в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее был судим? Нет. Не привлекался? Нет, никогда. Таксисту представлялся полицейским, когда спрашивал, имеете ли лицензию на вождение? Каким полицейским? Если ты представляешься полицейским, тебе нужно иметь что-то, чтобы у тебя было полицейский. Я говорю, покажи удостоверение, вообще тебе можно ездить с людьми, я говорю, ты так общаешься. Покричали и ушли. Вот и все, ничего не... То есть вы ничего не забирали, про тебя правда есть, не забирали? Вообще, я даже пальцем его не трогал, ничего у него не забирал, ни рубля. Я перешел дорогу, остановил такси и уехал домой. Какое, употребляли какое-либо? 100 грамм выпили, да. Водку что, конечно? Чачу выпили 100 грамм. Все, я понял. Гуляли и все. Ранее был судим? Не привлекался, да, ни разу? Так, значит, вы вечером сели с товарищем, выпили чачу, да, с ним? Ничего такого не было, то есть вы здесь говорите, вообще такого не чувствовал. Вы с ним не выпивали, да, до этого? Нет. Просто он сказал, что вы пили чачу с ним по 100 грамм. Он так сказал, да? Да. Пили? Нет, я дома был. Ага. Так, на улице находился ночью? Нет. В такси куда-то ездил? Нет. То есть сидел дома постоянно? Конечно. Никуда не выходил? Противоправные действия совершал на территории города Москвы? Так? Кого-то грабил, может, нет? Никогда в жизни. То есть ничего плохого не делал? За что задержали тебя, знаешь? Мне вообще не понятно, как из-за какого-то таксиста. То есть ты не в курсе, что произошло? Нет, пока нет.